Настю и Матову классно звучит. Просто идеально все. Я себе этот день представлял, на самом деле, очень долго. Я его прокручивал в голове. Мы еще не жили с Настей вместе. И я ночевал у нее и ехал утром на работу. К 8 утра, как сейчас помню. То есть это я часов там в 6 проснулся, вышел из дома, она мне сделала что-то с собой поесть. И все вроде так обыденно, но почему-то, когда я выходил из дома, я подумал, что, блин, это вот, это то, чего я хочу в жизни. Я хочу каждое утро так просыпаться, хочу видеть ее сонные глаза. Я ехал в метро. Если кто-то сегодня заметил, на церемонии у нас играла песня «Avril Lavigne, I Will Be». И я слушал эту песню и представлял, как я буду, ну, как ее отец будет вести к алтарю, в нашем случае к арке, и я буду ждать ее. Я просто ментально прокрутил себе это все в голове. И с этого момента все, я просто понял, что все, я должен делать ей предложение. И она должна быть моей женой. И прямо в этот день я просто пришел на работу, вместо того, чтобы работать, начал лазить по сайтам ювелирных украшений, выбирать кольцо. На следующий день купил кольцо. И после этого, собственно, сделал ей предложение. Мы полетели на Майорку, и я на пляже очень красиво, очень романтично вечером встал перед ней на колено. На самом деле, когда мне Сережа делал предложение, вот, он типа сказал, там, ну, я там пожидаю, вот. И забыл надеть кольцо. Вот. Я сказала ему: «Сережа, кольцо!» Он такой: «А, да!» Но я считаю, что это придавало как бы особой пикантности и милости этому моменту, поэтому ничего бы я не поменяла. Я думал, что будут какие-нибудь накладки. Я думал, что кто-нибудь будет недоволен, кто-нибудь будет чувствовать себя обделенным, лишним, что-то такое. Это всегда случается, когда собирается большая компания, в нашем случае это довольно много людей. К счастью, и к моему удивлению величайшему, этого не произошло, и все идет просто идеально. По крайней мере, вот на данный момент, сейчас без 5-8, 10 июня, и все просто прекрасно, даже лучше, чем я себе это представлял. Я, конечно, представляла, что она будет стайловой, там все такое, что будет миленько. Но чтобы она получилась такой классной, нет, я не представляла, и она просто супер. Пожелание всем гостям: любите нас, помните о нас, а мы будем любить, поддерживать и всегда держаться вас. А, Настя, люби меня такой, каким, какой я есть. Я что-то заговариваюсь уже. Я постараюсь поменьше стучать. Знаю, что ты это не любишь. Ребята, может, не поймут, но ты поймешь. Я люблю тебя. Все будет хорошо. Сережа, я надеюсь, мы вместе, и мы точно вместе, как бы. Надеюсь, у нас уже есть один ребенок, и он классный. А что ты хочешь сказать Сереже, чтобы он слышал через неделю? Где мой купальник? Леша! Серега! Мы тебя любим, Настюха, Серега, мы тебя тоже Окотская любим. Окотская Русь! Обожаю я вас, не боюсь. Живите долго и счастливо, любите друг друга. На самом деле, секундочку. На самом деле, что мы желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни Сергею и Анастасии. Потому... Без вашего праздника не было бы такой хорошей тусовочки у нас, смотрите. Эти ребята жмут руки ради вас. Этот человек сидит и ждет самого лучшего. И мы, в принципе, ожидаем того, то, что сейчас будет лучший момент в вашей жизни. И мы очень рады. Надеюсь, эти моменты будут происходить постоянно в вашей жизни. Мы вас очень любим, ребята. Нет, я надеюсь, такие моменты происходят только раз в жизни. Я надеюсь, что раз в жизни ребята женятся. Короче, честно, нет, спасибо, что нас всех собрали. Это лучший праздник, лучшая свадьба. Постоянно! 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 Между вами растаял лед. Конец! Как говорили в классике, в зеркале. В эти вот моменты грустным патентом, короче, просто. В этом это все. А мы выключаем! Харлем шейк. Будьте счастливы.